С якой красавицы шкуру Лена сняла? А? Конечно. Вот в контейнере слайсами я ее порезала и уложу. Уже просолена. Свеженько. Это что осталось от предыдущего кусочка. Но вот эту вот семечку, может, здесь тут чуть-чуть есть со специями для рыбы. Так, а Нолечка заберет ту миску порченый дальше, да. Вот так сюда сяду, встану, то есть более виднее будет. Красавица семечка. Вот видите, какие эластичные. Мяско вкусное, хлебчик с маслом, то, что надо. И можно якусь овощиночку. Так, красота. А это какие рабыть? Можете написать в комментариях ваш рецепт, а я вам расскажу. Берете. Шукаете семгу в холодильнику. И находим эту семгу аж вот в крайнем нижнем шкафчике. Семга, семга. Блям ее мороженую. Ставим в холодильник. Солененько получилось, да? Угу. Значит, ребята, рассказываю свой рецепт. Вот такую рыбку, стейк, достаю из морозилки и ставлю ее в холодильник. Вона постепенно, день-два, вона розмерзається. Ну, в зависимості, наскільки там поставлен в холодильнику циферблат. Можна навіть за день вона розморозиться. Значить, що робимо? Літр води закипає, і туди сипем 250 грам солі. Закипіло в місті солью, оставляємо остить. В остившу рапу, або рассол, вода с солью остывши и размороженное мясо туда опускаем на 4, 6, 9. Вот если я вчера вечером сюда опустила в цю рапу вот такий самый брусок стейк рыбы прям с морозильной камеры. Вот так я вот сделала его мороженым. Не размораживала. Вот так вот. Вот. Я его положила в рассол, где солилась первый раз рыба. Вот. Вот так. Мякотью туда, шкурочкой наружу. И аж сегодня вечером, то есть 24 часа, я достала отсюда стейк, уже просоленный. Вот клееночка. Но днем в обед я сделала вот так, то внутрь этого мяса еще было мерзлое, твердое. Значит, туда в соли размораживаете, а получилось, а нет. Потому что в холодильнику циферблат у меня, по-моему, аж на шестерку или на пятерку. И потом в обед я перевернула вот так. И уже до позднего вечера вот тут было мясо. Я его достала. И порезала вот на такие слайсы. Ну, Ольга моя каже потоньше, но у меня так получается. Здесь до сантиметра, больше как пол сантиметра. Вот такие получились. Вот. Красивое мясо, структура не рассыпчата, все не рыхле, не гниле. Рыбу мы получили хорошего качества. Вот, и все получилось нормально. Значит, вот тут кусочки у меня от предыдущего засола. Вот, от предыдущего засола, да, я сделала вот такие вот маринад. Литр воды закипив. Туда стакан 250 грамм соли.
И вот это все вместе с солью перекипило и оставила остыть. И стейк первый у меня был мягкий, размороженный. А вот второй я уже бросила так, как сейчас. Ця рапа, она солена. И я сюда бросаю третий раз стейк. Третий. Еще сделаю такое внимание. Если вы любите рыбку малосольную, то соли можете кинуть 200 грамм, это не стакан 200-граммовый, а на вес 200 грамм соли, 180 грамм соли, то будет у вас рыбка малосольная. Не переживайте, что вы заразитесь какими-то там паразитами, какими-то личинками глистов после заморозки. А в морозилке рыба у меня находилась, к примеру, не 4, не 5, плюс, ой, минус 18, то никакие тут паразиты, если они есть, они, то есть их морозом разорвет. Морозом их разорвет. Если вы любитель малосольной рыбки, я сюда добавила на литр воды 250 грамм соли. И рыбка получилась солонковатенькая. Но если хлеб с маслом, там, к примеру, огурчик или помидора капуста, и перепелиное яичко, плюс у нас еще батат, то воно компенсирует все. То сладковатое, то белок, воно все компенсирует, и рыбка получается хорошая. Вот для меня цей вкус на литр воды 250 грамм соли для меня нормально. А вот дочка говорит, для неї солена. Значит, можете взять 200 грамм соли. И вы разработаете уже для себя рецепт, сколько соли вам надо. Значит, сколько тут держать рыбу в таком рассоле. Тоже, если это размороженный, значит, держите там 6-7 часов, 9 часов. Рыба или сало, или мясо. Воно ніколи не візьме більше, чим надо. Ніколи не візьме більше, чим надо. Даже буде такий вопрос. А можна і не різати, можна оставити. От, якщо вона вже просолилась, оставити і кожен буде відрізати. Як варіант. Но я хочу ще сказати, отак як рибку сюди нарізаєш, вона на наступний день, ну мені так кажеться, що вона якась прям аж другого вкусу. Плюс її удобно уже брати. От хто із сім'ї хоче там на бутерброд, прийшов вилочкою, взяв собі кусочок, один-два скушав. Уже не та ще оцей весь мотоблок, на там, приміру, на досточку, на нож, це все нарізати і так далі. Для удобства своїх ділимо. От, шкурку можна знімати, можна не знімати. Мені її отак от хорошо, як вона вже просолилась, я вже потім от эту от кожицю знімаю. Знаєш, ви мене поняли, да? Якщо хто любить пряну рибку, то так вона просолилася. А тут уже можете добавити пряності. Хочете, зробите тут пряний маринад і пускай вона солиться прямо з маринадом. Ну, коріандр, всі знають, що рибка любить коріандр. Там уже по вашому хотінню, по вашому желанню можете присипати. Ми зробили з Ольгою уже на от ці от кусочки, ми вже присипали. Або навіть так робили хліб з маслом, додавали туди спеції, приправи і вже ставили рибку. Це теж на всіх, на кожного, ну, хто кому як нравиться. Я вам розказала свій рецепт на літр води кипячений, 250 грам солі, і ще раз закипятили, і в холодний маринад опускаємо м'ясо риби. Но це буде солонковато. Хто любить солене. Да, якщо ви хочете малосольну, либо слабосольну, слабосольну, делайте там 200 грам, я думаю, попробуйте. Попробуйте перший раз. И вы уже потому для вкусовые качества у каждого разные. Плюс рецепторы. Рецепторы. Плюс уровень тоже соли для каждого тоже подхода разный. Комусь надо так, а комусь так. То есть вообще соли не чувствую, а комусь соленое прям до ужаса. Ну так и за сахар тоже. То есть кто-то чашку, ложку сахара добавляет в чай, кто-то 3 ложки, а кто-то 5, чтобы ложка стояла.
Вот так, ребят. Вот таким рецептом я с вами поделилась, как я солю рыбу. Хотя есть еще посол сухий. Мы делали, как брали рыбу зимой, мы делали сухим посолом, там, где есть и сахар, и соль. Но мне вот таким вот вариантом вообще, она может в холодильнику стоять, и никакой липкости нема, никакого налета. А вот сухий посол мне что-то не понравился. И с сахаром мне что-то вкусно, да. Но лично для меня вот такие. А детям, ну вот у меня дети есть, они, конечно же, по-своему ще. Каждый по-своему, у каждого свой вкус. Я думаю, вы меня, ребята, поняли. И я обещала вам поделиться с вами рецептом, как я солю семечку. Пожалуйста, записывайте, пробуйте. И также можете написать, как солите вы. Вот мой зритель подивиться, и он выберет для себя удобный для него посол. Думаю, таким же вариантом, возможно, можно солить не только семгу, можно там и другий вид рыбы, совсем другий вид рыбы тоже солить. Пробуйте, пишите в комментариях, какую вы рыбу там еще. Если у вас есть рыбаки в доме, это вообще прекрасно, изобилие рыбы, и как вы ее солите. Ну, вот такой вкусный, приятный видеоролик для вас. Рецепт. Рецептов есть море. Ну, я вам сказала, який для мене хороший вот такий рецепт. И, ну, пробовала и соль с сахаром сухий. Мені не понравилось последовательно. То есть потом рыба стояла, вот вона, и надо, если сухий посол, то, наверное, и быстро надо кушать. Если вона там стоит дней 5, неделя в холодильнику, ну, вона така, ну, липкость якась. Мені кажется, може вона не так просалується, ну, это тоже все нюансы. И тоже кто-то любит с таким вкусом, кто-то любит с таким. Я вам показала и поделилась с вами рецептом, який делаю я, який мені вот приемлемый. Все, ребята, пользуйтесь, солить и пишить. Может, вы даже и речную рыбу, там, короповых семейства, да, или белый амур, или коропа, или толстолобика, тоже можно тоже засолить, но у него, конечно, вкус совсем другий. Или другие виды рыбы тоже можете откомментировать. Ну, а если подивитесь, запишите себе на блокноте, сделайте так, то пускай вам будет так. Можете записать даже в последующем через период времени, что действительно, как вам